Всем привет, дорогие друзья, с вами Локи, это FIFA 15, карьера за Зенит. Сейчас у нас второй матч сборной. Считают, что мы первую встречу провалили, я с этим согласен. Счет, может быть, даже был не по игре, были у нас моменты, но в любую контратаку мы получали гол, в итоге проиграли 6-2. Сейчас у нас матч против Швейцарии. Нам нужны 2 очка, точнее 3, чтобы попробовать выйти вперед. И, друзья, я немножко поменял состав. Широков и Денисов в основе. Щенников и Гранат на левом фланге защиты. Так что будем пробовать. Одного Березуцкого я оставил на скамеечке. Давайте. Нам нужна только победа, друзья. Как пелось в песне, мы сейчас попробуем выиграть и доказать, что мы способны на больше, чем проигрыш в прошлом матче. Аршавин забивает в ворота, и мы начинаем. Мы начинаем. Домашняя встреча. Россия-Швейцария. Погнали, друзья. Погнали. Мощный прессинг. Немножко в защиту сыграем. Хотя давайте просто не в защиту, а в основную. Швейцария в атаке. Тоже очень сильный соперник. Очень сильный соперник, которого стоит опасаться. Но не стоит сдаваться. И вот сейчас Кокорин набирает скорость на правом фланге. Уходит от опекуна. Можно бить. Удар по воротам. Вратарь отбивает перед собой. И может быть опасный выпад. Махмеди смещается ближе к правому флангу. Там уже Шакири просит мяч. Но пока вот Лихштайнер подключается к атаке. Шакири с мячом. Подача очень опасная. И Березуцкий как-то неудачно выставляет ногу в который раз. Русские вперед, кричат трибуны. Первый угловой швейцарцев. И Березуцкий подальше выносит мяч, но здесь же было положение вне игры, мне кажется, нет? Ну ладно. Эпизод заигран, поэтому не будем обращать внимания, но опять судейство, конечно, оставляет желать лучшего. Кокорин. Здесь Киржаков боролся за мяч. Шакири уже на левом фланге. Ну, офсайд же, судья. Так и есть. 14 минут сыграно. Счет пока не открыт. Были моменты как у швейцарцев, так и... Ну, у нас был выпад и удар Кокорина. Это пока что опаснейший момент, наверное, со стороны нашей команды. Хорошо, Гранат. Ну вот, столкнулись они здесь. Офсайда нет. Нет, все-таки есть. Шакири залез в офсайд. И пробуем свою атаку. Киржаков успевает на Щенникова. Щенников на левом фланге. Аршавин. Широков. Заброс на Аршавина. Аршавин с мячом. Подача. Ну, нет. Офсайд. Этот гол не засчитают. С такой легкой ухмылкой боковой судья. Поднял флажок. Денисов. Потеря мяча. Хорошо, все в чистую. Аршавин. Потеря мяча. Ненужная потеря. Шакири. Хорошо, Анюков набирает скорость по правому флангу. Кокорин.
Снова пас на Анюкова. Анюков. Шел заброс Киржакову, но, к сожалению, защитники не опустили. Кокорин. Хороший удар Кокорина, вратарь отбивает. Здесь Лихштайнер сильно вперед. И мяч подхватывают швейцарцы. Березуцкий, ну в коем-то веке, выбил мяч. Кокорин. Киржаков. Ушел от опекуна. И в лоб Киржакову мяч прилетает. Это был, конечно, неудачный сейв. Вот здесь ошибся Анюков, и может быть опасная контратака. Бежать, 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 бежать. Акинфеев. Щенников, Аршавин. Аршавин уходит. Бежит дальше. И пытался и здесь обыграть еще одного. Почти получилось, но Шакири набирает скорость. Уходит от двух подкатов. Вот это да. Но здесь Березуцкий не даст. Акинфеев молодец. Быстро на Аршавин. Аршавин с мячом. Киржаков. Денисов. Пас на Кокорина. Кокорин с мячом. И снова потеря. Нарушение правил. Мяч остается у нас. Это хорошо. 40-я минута. Аршавин. Удар по воротам 1-0, Игорь Денисов. А кто-кто? Березуцкий, кажется, ему скинул головой. 1-0. Есть. Аршавин подал вот здесь вот. Это Кокорин все-таки был. По-моему, Кокорин. И Денисов с левой ноги со всей силы приложился так, что газон полетел в лицо голкиперу сборной Швейцарии. И под перерывчик мы уходим, я надеюсь, что более-менее спокойно. Ну вот пошла атака. Атака Швейцарии. Лихштайнер. Держать, ребятки. Ух. Было опасно. Было опасно. Анюков. Играет на Кокорина. Кокорин с мячом. Киржаков. Обратный пас Кокорину. Киржакова опять пока не получается никак зацепиться за мяч. 4 минуты добавлено к первому тайму. И здесь Щенников играет на 5 баллов. Аут в пользу сборной Швейцарии. После пропущенного они прибавили. Ну, Анюков молодец. И туда отбились. Перерыв, друзья, перерыв. 1-0. Мы впереди. Пока матч складывается гораздо лучше, чем в прошлый раз, но не будем торопить события. Гранат. Самедов. Ах, какой неточный пас. Махмеди. Удар по воротам. И это было, скажу я вам, опасно. Акинфеев туда, подальше, к центру. Еще разочек широкого получится? Нет. Не успевает.
Очень опасно, и повезло, что Бахрами, не подработав этот мяч, ударил. Анюков. Анюков с мячом. Киржаков. Налево, хорошо, Щенников. И пас на Аршавина. Аршавин с мячом. Аршавин, удар, не точно. Не точно. Ну, неплохо, неплохо. Давайте, ребят. 10 минут уже отыграли. В том же духе, в том же ритме. Беналио будет сильно к центру посылать мяч. Жаль, жаль, конечно. Денисов. Красавчик. И пас на Киржакова. Киржаков в скорости. Пытался он догнать. Денисов бежит отнимать мяч. Киржаков. На Широкого пас. Широков тащит мяч сам. Аршавин. Проталкивал туда налево. Ошибка, Кокорин. Киржаков. Пас на Кокорина, Кокорин. Киржаков. Тут бы развернуться и пробить. Нет, не дают Александру такую возможность. И будет аут в пользу нашей команды. Давайте посмотрим по заменам. Как-то Самедов совсем выбился. Вместо него пускай выйдет у нас Загоев. Пока так. Пока две замены. Анюков. Загоев с мячом. Пас на Кокорина. Кокорин. Не точно. И пошла атака шведской сборной. Широков даже в падении пытался выбить мяч. Анюков. Эх, чуточку не прошел пас. Ну что? Швейцарцы пробуют. Родригес. Загоев в чистую выцарапал мяч. Киржаков. На Кокорина. Кокорин с мячом. Кокорин уходит. Нужно забивать. Нет. Не дали. Не дали ему пробить. А вот здесь вот уже швейцарцы теряют контроль мяча. И Загоев в хорошем подкате выносит мяч. Ушел от Анюкова футболист Швейцарии. Туда выбить, выбить подальше. Гранат. Аршавин. Аршавин тащит мяч сам. Ох, как его легко корпусом Лихштайн. Нет, это был, прошу прощения, не Лихштайнер. Очень легко его корпусом оттеснили. Выбить, выбить, выбить. Есть. Кокорин. Загоев, Киржаков. Аршавин. Пас на Загоева, и надо бежать. Ты же свежий. Алан, давай. Удар, два. Штанга, штанга, и то дальнее. Как так не попал? Замена. Замена в составе сборной Швейцарии. Тем временем минут 10. Чуть побольше до конца. 1-0. По-прежнему. И вот Загоева сейчас был. Родригес травму получил. И вот Загоева сейчас был невероятный момент. Который не факт, что еще появится в игре.
Вынести, вынести! Что ж вы творите-то? Да, друзья. Я даже не хочу смотреть этот повтор. Это было отвратно. Загоев. Ну, уронили же его. Да, упал, руками сыграл. Березуцкий. Аут в нашу пользу. Еще 5 минут, друзья, 5 минут. Загоев, Кокорин. И угловой. Угловой удар. Аршавин. Гол! Гол, друзья! Александр Кокорин. На 88-й минуте. Аршавин подал. А Кокорин переиграл всех, а голкипер просто потерялся. Просто потерялся. Он, мне кажется, ворота уже проморгал. Ну, жалко, конечно, жалко. Сейчас, может быть, Кокорин карточку получит. Нет, смотрите, нарушение правил еще. А у нас есть Игнашевич. А Игнашевич почему-то у нас нету. Ладно, есть Киржаков. 37 метров до ворот. Удар Киржакова, ну, прям в руки голкипера. 90-я минута. Загоев. На Киржакова. Киржаков. Штанга. Эх. Какой момент. Еще один момент, друзья. Еще один. Анюков. Пас на Киржакова. Нет. Беналье успевает. Успевает к этому мячу. Сам тянет время. Это нам на руку. И все, друзья. Финальный свисток. Победа. 3 очка. Обходим мы Швейцарию. Ух, какой матч, какой матч. Все-таки можем. Можем и выигрывать, друзья, можем. Даже с таким составом. Следующий матч, это уже матч у нас против Ростова на чемпионат России. Но я хочу взглянуть в таблицу. Таблицу. Так, таблица, таблицы, таблица... чемпионата. Вот, квалификация. Мы на втором месте, друзья, 7 очков. И это очень здорово. Пускай мы много напропускали, но не меньше и чехов. Мы идем за англичанами. Еще будет у нас довольно много игр в квалификации, 6 команд. Так что мы еще будем стремиться к успеху. Я надеюсь, вам понравилось, друзья. Ставьте пальцы вверх, оставляйте свои комментарии, вступайте в группу, зовите друзей. Ну а с вами был Локи, мы увидимся в следующей серии. Всем спасибо за просмотр и пока-пока.